хера не вижу. Блять, ты чё делаешь? Вставай! Вставай! Да я подожди секунду. А! Бежим! А, ну я понял, ну понятно. Пошли! Живей! Уйди нахрен! Это что было? Не знаю. Идем. А чё ты подскользнулся? Ой, что это? Да это я её. Понесём с собой. С нами, короче, пойдёт. Чё? Чё произошло? Алло, ты как? Алло. Ты как? Саня. Саня, что с тобой? Саня. Что, что, что? Подожди, стой. Я посмотрю, запись включил. Да. О, вот он ты. Идем, идем быстрее. А, беги! Беги, сука! Беги! Беги нахрен! Уйди, мразь! Уйди, тварюга! Уйди! Да все, тех. Он это, спускайся. Он это, он лох, короче. Он лох. Он, короче, ба... Ты чё, серьезно? Да ты издеваешься? Он боится. Он боится, я его пнул это, по ноге. Он вообще убежал. А как пинать? Слышь, тебе надо дошка съесть. Да, да, знаю. Ого, нифига себе. А, ты слышал? А, ты что, подскользнулся, что ли? Ой, бежим! На нахрен! На нахрен! А ну иди сюда. А ну сюда иди. А? Помогите. Уходи. Нет, Саня. Ты чё с камерой сделал? Здорово. Да-да. Да-да, забыл микрофон врубить. Угу. Я слушаю, кто-то так жрёт. А это я. Ай, ты камеру уронил. Ты это с ней полегче, камера за 40 гривен. Нет, блин, за 100. Чё произошло? Алло, Саня? Саня? Сука, придётся выручать.
Где эта камера? Поганая за 40 гривен. Хобана. Дро. Да ты что меня пугаешь-то? Ай! А ты, ты чё, подскользнулся, что ли? Камень, блин, маленький, упал. Мы идем уже третий день, но не можем найти выход. О, чё? О! Неплохо. О, Кирка, всё, погнали алмазы добывать. Ну чё, за тебя и за Кавказ. Ой, за нас и за Кавказ. Ой, ты чё, нельзя пить. Плохо, ай-яй. Сюда лучше не прыгай. А, ладно, мы можем себе позволить. Идём давай. Проверили. Ай! Подскользнулся. Я уже подумал ты. Мы четвёртый день. Пытаемся найти выход. И ищем маньяка. Мой друг решил повеситься, походу. Опа. Давай, иди. Давай проверим. Далеко это? Далеко. Опа. Опа, да? Смотри-ка. Опа. Мы тут были, походу. Да. По да. моему огоньку. Мы 40-й день. Там идем, мы пытаемся что-то найти. Наверное. Мой корреспондент уже сошел с ума. И ему кажется, что в этой пещере есть мишарики. Смотри, смотри. Ты заметил, что ли? Смотри. А. Идет 45-й день. Мой коллега потерял сознание. Я сейчас пытаюсь его куда-нибудь отнести. Но! Выход! Наконец! Наконец-то выход! Саня. Саня, ты где? Саня. Выход. Наконец-то. Короче, мы все равно должны его как-то найти. Пойдем, короче, это... В будку охранника передохнем. Ты чё сделал? Ага. Ну слушай, если этот маньяк здесь столько лет живет, значит у него по-любому должно быть какое-то логово. Стоп, что это за вещь? Вот она. Неужели? Блин. Это его логово. Столько бедных людей погибло. Опа. Тихо. Тихо, не надо. Не надо. Тихо. Всё. Я его вырубил. Всё тихо. Несём, короче. Пошли. Стой. Да подожди. Надо его отнести. Тут маньяка нашли. Душек. Пошли, отнесем на базу его. Ты так его не убей. Держи его, я пернотеатр. Держи его.
Что произошло? Сука! Уйди! Уйди!